Париж – самый романтичный город на свете. Для самых красивых свадеб. От лица всей команды «Пари Мон Амур» добро пожаловать! У вас романтическое путешествие? Вообще-то мы разводимся. Его зовут Кристен. Он дирижер в оркестре. Он позвал меня замуж. Здесь, в Италии, развода ждать 3 года, а там это можно провернуть за 8 дней и нанять лучшего адвоката. Надо лишь съездить пару раз в Париж. 2 минуты. Конечно! У тебя свадебное путешествие, но с одним условием. На. Зачем ехать в свадебное путешествие, если мы разводимся? Ничего, потерпишь немного. Не знаю, на что вы пошли ради вашей свадьбы, но ради развода Ариан готова на все. Ни совместного имущества, ни денежной компенсации, так что для меня это слишком просто. Может, хоть вы ненавидите друг друга для смеха? Я готов сквозь землю провалиться. Я возвращаюсь в Рим. Но ты же вернешься для развода. Нино! Нино, вернись! Я тебя догоню, Нино! Черт! Нино! Джеральдин Накаш, Ким Росси Стюарт. Поехала в Италию, чтобы поиметь Мастрояна. Когда вдруг поняла, что 5 лет имела Вуди Аллена. Развод по-французски. Фильм Дороте Себа. Акваскутер! Там был акваскутер! Смотри! 5 лет Вуди Аллена. Скоро на экранах.